Привет, друзья, и добро пожаловать в мое второе видео про всяческие мистические и неразгаданные и мрачные, таинственные вещи. Друзья, спасибо вам огромное за отклик на мое первое видео про Элизабет Шорт. Спасибо вам, спасибо большое. Я, честно говоря, не ожидала, что вам будет настолько это интересно, и я получила такой классный отклик. Мне было так приятно, что вас заинтересовала эта тематика. Спасибо вам. Я не могу вас поблагодарить достаточно за то, как вы восприняли это первое видео. Спасибо, спасибо, спасибо. В общем, вы меня вдохновили. Теперь я точно буду снимать эти видео и дальше. Я очень надеюсь, что вам это будет интересно. И сегодня я хочу вам рассказать про еще одно дело. Оно менее кровавое, но оно не менее загадочное. Я подумала, что, возможно, я буду как-то это чередовать, потому что я понимаю, что, ну, нераскрытое убийство — это интересно, но это довольно мрачно, это... большая трагедия, безусловно, и я понимаю, что это не для всех. Но, тем не менее, раньше происходили довольно странные вещи, и не все из них были мрачные. Некоторые просто не раскрытые и вызывают много вопросов, и сегодня я расскажу как раз про такое. Мы сегодня поговорим про, наверное, самого легендарного авиапирата. Что? Что? Итак, сегодня мы поговорим про Дэна Купера. Это... очень интересная история. Я помню, когда я в первый раз про нее услышала, я такая... это вообще реальная жизнь? Что? В общем, друзья, история Дэна Купера. Моя тетрадочка с записями готова. Итак, мы начинаем. История начинается с того, что 24 ноября 1971 года человек, который представляется как Дэн Купер, садится на самолет. Дело происходит в Портленде, то есть перелет из Портленда в Сиэтл, номер рейса NW-305, и он летит компанией Northwest Airlines. Самолет — это Boeing 727/51. Что? Я знаю Boeing 727, но это, видимо, какая-то... ну, это, видимо, модификация. Итак, он представляется как Дэн Купер. Кстати, довольно часто он фигурирует в источниках как D.B. Купер. То есть якобы он представляется как D.B. Купер, что звучит прикольнее, но это на самом деле ошибка, которая была допущена в какой-то момент. Мне кажется, человеком, который продавал ему билеты, который сказал, что он представился как D.B. Купер. На самом деле билет, ну вот оригинал билета, он выдан на имя Дэна Купера. То есть вот D.B. Купер — это некоторая историческая ошибка, которая в какой-то момент возникла, и вот люди продолжают эту дезинформацию. Это нигде не фигурирует. Дэн Купер. Я вам еще неоднократно об этом скажу, но мы должны понимать, когда мы рассматриваем какого-то персонажа или какое-то событие, мы должны понимать исторический контекст, в котором это происходит. И 71 год, то есть это задолго до 11 сентября. Соответственно, безопасность в аэропорту абсолютно не такая, как она сейчас. Человек мог на самом деле просто прийти, купить билет, сесть на самолет. Все. Его имя не проверяли, его багаж не проверяли. Вы просто... люди доверяли друг другу. Вы просто садились на самолет и летели. Это нам очень пригодится в этой истории. Итак. Ну, то есть не нам, а Дэну Куперу. Что мы знаем от очевидцев про то, как выглядел Дэн Купер? Ему, судя по всему, 40 с небольшим. Он среднего роста. На нем темный костюм. И у него в целом довольно... типичная внешность, типичный белый парень. Так что никто на борту изначально не обращает ни в особо внимания, он садится, он заказывает бурбон, что мне показалось, что он звучит как такой персонаж из Джеймса Бонда из серии костюм, бурбон. Дальше он передает одной из стюардесс по имени Флоренс записку. Она садится на свое место, и, ну, я имею в виду типично, она думает, что там номер телефона, она просто ее запихивает в карман и... не обращает на это внимания. И я когда это читала, я такая, типа, типично, классно. Вот, и тогда он обращается мне и говорит, мисс, вероятно, вам стоит прочитать эту записку, у меня бомба. Такого она, очевидно, не ожидала. Итак, стюардесса читает записку, в которой узнает, что Дэн Купер требует выкупа в размере 200 тысяч долларов, в банкнотах в 20 долларов и 4 парашюта. И тогда он не взорвет свою бомбу. Она садится рядом с ним, он ее подзывает, он показывает ей содержимое своей сумки, и там, на самом деле, там какие-то провода. И я полагаю, это именно то, что вы подразумеваете под типичной бомбой. То есть оно выглядит так, что оно ее убеждает в том, что это на самом деле бомба. Ну и в целом, честно говоря, я могу понять ее в данном случае, потому что захотите ли вы рисковать и, ну, как-то провоцировать этого человека и говорить ему, что вы ему не верите,
лучше пойти ему на уступки, потому что, ну, вдруг это на самом деле бомба. Итак, стюардесса идет к пилотам, передает требования, объясняет ситуацию, и когда Флоренс возвращается на то место, где сидит Дэн Купер, к этому моменту он надел темные очки, что... Я не знаю, возможно, ему нужен свой вот этот вот момент Джеймса Бонда, возможно, он думал, что она не успела его рассмотреть до этого, ну, как бы то ни было, да, он надел темные очки. Итак, самолет остается в воздухе над Сиэтлом, он, ну, как бы кружит вокруг города, пока все договоренности осуществляются. То есть, ну, спецслужбы идут ему навстречу, они собирают выкуп, они собирают 4 парашюта, они готовят это все в аэропорту, и тогда уже самолет садится. И также, пока они кружат над городом, Флоренс, стюардесса, сидит рядом с Дэном Купером. И пока они кружат, он ну, делает какие-то комментарии, что «О, мы прилетаем это, вот там, это, кажется, то здание». То есть он хорошо знает местность. И в целом он ведет себя максимально спокойно. То есть, когда мы думаем про человека, который захватывает самолет, к тому моменту это уже, ну, неоднократно происходило, поэтому, ну, и сейчас, там, если происходит какой-то захват самолета, то мы представляем себе человека в маске, там, с оружием, который приказывает всем лечь, угрожает, бегает по салону, там, кричит, ну, в общем, ну, ведет себя... Ну, есть определенная модель поведения, которую мы подразумеваем у такого человека. Дэн Купер максимально спокоен. Он сидит рядом с Флоренс, он пьет бурбон, он расплачивается за этот бурбон, чтобы... Я не вижу, этот человек пытается быть истинным джентльменом до самого конца, при том, что его выкуп уже готовится, но мне кажется, что это интересный момент, история. Итак, в итоге все готово, самолет садится, Дэн Купер указывает пилоту, что он должен как бы отвезти самолет на самую дальнюю полосу в аэропорту, то есть как бы максимально далеко от терминала, вы поняли, в общем, максимально далеко от того, где будут какие-то люди. Также он указывает выключить свет в салоне. Он все продумал, то есть, например, если на улице где-то, даже если он их не видит, снайперы. То есть при том, что, ну, как бы он выбирает местность максимально открытую, чтобы, ну, ничего такого не было. Тем не менее, если где-то есть снайперы, чтобы он, чтобы они не видели его в салоне, чтобы они не могли его, ну, там, убрать. И в целом, чтобы никто не понимал, что происходит в салоне из тех, кто находится вне самолета. Что очень умно, честно говоря. Также я хочу сказать, что это первый в истории случай, когда захватчик самолета не просто требует деньги и, ну, например, там, машину, чтобы его куда-то перевезли, а он предполагает, что он будет прыгать из этого самолета. То есть это первый случай. И я, кстати, помню, что я читала, когда пропал малазийский самолет MH370, да, это правильный номер. И изначально было непонятно, что с ним произошло, и была теория, что произошла разгерметизация. Я помню, я читала чьё-то мнение о том, что почему бы просто не выдавать каждому пассажиру изначально в начале полета парашют, чтобы если вот такая ситуация произошла, пилот, например, мог снизиться, и люди могли выпрыгнуть из самолета. Что, ну, в принципе, звучит странно, но, наверное, логично. И эту теорию там эксперты разнесли в пух и прах, то, что, ну, невозможно выпрыгнуть из самолета и раскрыть парашют, что как бы это физически невозможно. Я не являюсь авиаэкспертом, поэтому я не могу в этом плане ничего сказать, но вот как бы есть мнение, что это физически невозможно. Я не знаю, возможно это или нет. Но и опять же у человека в начале 70-х у него нет даже интернета. Может ли он в принципе сделать какие-то выводы на тему того, насколько это реалистично? А, кстати, чиновник Федерального управления гражданской авиации, когда он подходит к самолету, он идет один, Купер спускается к нему по заднему трапу, то есть чиновник передает ему чемодан с деньгами и эти парашюты, и чиновник пытается его отговорить. Он предупреждает Купера, что это очень опасный прыжок, который скорее, ну, он очень рискует. То есть он честно его пытается предупредить, что, парень, передумай, есть другие шансы. Что, мне кажется, ну, здорово с его стороны. Я имею в виду, ты имеешь дело с преступником. Но, тем не менее, ты, ну, думаешь о его безопасности. В общем, он пытается его переубедить. Вот, Купер непреклонен. И после того, как он проверяет парашюты, после того, как он проверяет банкноты, он поднимается в самолет, и он выпускает всех заложников. После этого на борту остаются только 2 пилота, и, мне кажется, двух стюардесс он оставляет. Да, двух стюардесс он оставляет. И самолет взлетает. Все.
Купер идет в кабину пилота, он указывает пилоту лететь в Мехико и дает ему некоторые указания в плане того, на какой высоте он должен лететь, как ему там нужно убрать закрылки в какой-то момент. Ну, то есть, как бы, он явно имеет какое-то представление о том, при каких обстоятельствах он сможет выпрыгнуть из самолета. Видимо, он обладает все-таки какими-то знаниями. Он дает все указания пилоту, и пилот, к его чести нужно сказать, он говорит, что это небезопасно, я этого не сделаю. То есть, мне кажется, нужно иметь, некоторую силу воли, чтобы говорить человеку, у которого, возможно, есть бомба, и который, возможно, не очень в себе, что я не выполню этого. Просто нет. И я, конечно, испытываю огромное уважение к пилоту, потому что, в целом, ты в очень стрессовой ситуации. Ты летел с бомбой на самолете, ты сейчас еще полетишь с этим человеком, и тем не менее, как бы, у тебя хватает, можно сказать, нет, это небезопасно для самолета, я этого не сделаю. И Купер принимает эти условия, он говорит, ладно, окей, лети по-другому. Более того, пилот говорит, что топлива не хватит для того, чтобы долететь до Мехико. То есть нужна будет заправка в Неваде, и, соответственно, они летят в Неваду. И это тоже один из тех моментов, которые нам нужно учитывать. Кстати, пилота, в смысле командира воздушного судна, зовут Уильям Скотт. Человек, про которого никто особо не говорит в этой истории, но мне, он вызывает у меня как-то очень много симпатии в плане того, что он не шел на уступки этого человека. Он такой, я командир, все будет так, как я скажу. Просто классно. Итак, они вылетают, и за ними летят два истребителя военных, которые как раз должны один летит немного выше самолета, другой немного ниже самолета. Ну, они летят на некотором расстоянии, и они должны следить, в какой момент Купер выпрыгнет, просто, чтобы понять, куда он примерно приземлится, и, соответственно, потом, постараться его перехватить. Итак, на борту остаются только пилоты, стюардесса и Купер. В какой-то момент Купер указывает стюардессе, чтобы она ушла в кабину пилотов и закрыла за собой дверь. Я не могу себе представить, насколько ей было страшно. То есть этот человек, который с бомбой, который вообще непонятно, насколько он вменяемый, и, возможно, сейчас взорвет бомбу, а, возможно, он, установит на ней таймер, оставит ее в самолете, прыгнет, а бомба взорвется в самолете. Ну, то есть, как бы, все что угодно может произойти. В общем, стюардессы уходят в кабину пилотов, и Купер остается один. Проходит какое-то время, то есть... Он, видимо, готовится к прыжку. Он использует один из парашютов для того, чтобы привязать к себе чемодан с деньгами. Насколько я понимаю, было несколько чемоданов с деньгами, несколько сумок с деньгами. В общем, он их себе привязывает. И в 20 часов 13 минут загорается указатель, на мониторе, как это назвать, тогда еще были не мониторы, на панели управления у пилота, что задняя дверь открыта, что опускается трап, который из нее идет. Вот, и, соответственно, можем сделать вывод, что Дэн Купер спустился и покинул борт. И это происходит над юго-западной частью штата Вашингтон. И ориентировочно считается, что он приземлился около озера Мервин в 48 километрах от Портленда. И также стоит отметить, что, во-первых, было темно уже, это практически половина девятого, и плюс был сильный дождь. То есть была гроза, были тучи, был сильный дождь, и из-за этого пилоты-истребители не видели самого прыжка Купера, то есть они упустили этот момент. Что также стоит запомнить. Итак, в 22 часа 15 минут самолет благополучно приземляется в Рино. Он приземляется с опущенным нижним трапом. Соответственно, да, Купер воспользовался этим трапом. Агенты ФБР сразу же обследуют самолет, они обследуют место, на котором он сидел, они находят несколько отпечатков пальцев. Более того, они находят его булавку, жемчужную булавку, и его галстук, который оказывается отстегной галстук. То есть не обычный галстук, а сей. Вот вы его сняли. Также они находят два парашюта, то есть он взял с собой только два парашюта. Один из оставленных он использовал для того, чтобы привязать к себе деньги, и один просто оставил. То есть у него было с собой два парашюта. Также на борту он оставил портфель с бомбой, портфели с деньгами или сам Купер никогда не были найдены. То есть он выпрыгнул из этого самолета, и его дальнейшие действия в принципе вообще неизвестны. И по словам очевидцев, начинает вставляться фоторобот. Стюардесса сидела с ним в течение всего полета, вокруг были люди, то есть очень много людей его видели, поэтому фоторобот считается очень достоверным. И, насколько я понимаю, агенты ФБР беседуют с разными очевидцами, и со слов каждого они составляют фоторобот, и он совпадает,
всем понятно, как оно выглядит. Интересно, что через 3 недели в газету Лос-Анджелес Таймс пришло письмо от, ну, как бы оно было подписано Купером, сейчас я его прочитаю. Оно довольно длинное, но оно начинается с того, что он пишет: «Я вовсе не современный Робин Гуд, к несчастью, мне осталось жить лишь 14 месяцев, угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни, я ограбила авиакомпанию не потому, что считал такой шаг романтическим или героическим, ради подобной глупости я никогда не пошел бы на такой огромный риск, я не осуждаю людей, которые ненавидят меня за мой поступок, не осуждаю и тех, кто хотел бы меня видеть пойманным и наказанным, тем более, что это никогда не произойдет. Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь залегать на дно в каком-то старом затерянном в лесной глуши городишке. И не подумайте, что я психопат. За свою жизнь я не получил даже штрафа за неправильную парковку». Кстати, потом еще несколько газет получают, вероятно, письма от Купера, но они зашифрованы, в них некий код, поэтому, ну, никто не знает, что это такое. В целом, есть сомнения в достоверности и этого письма, и всех следующих писем, ну, естественно. Каждый раз, я вам уже об этом говорила, когда происходит какое-то громкое дело, есть люди, которые хотят присвоить себе славу этого преступника. Что для нормальных людей звучит очень странно, но некоторые люди рассуждают необычно. Дальше, в 1980 году отец и сын, Гарольд и Брайан Инграмы, они вот на берегу той реки, рядом с которой прыгнул Купер, рыбачат, и они находят там пачку 20-долларовых банкнот, явно очень старых, они их относят в полицию, и полиция сверяет номера этих банкнот, и они совпадают с номерами банкнот, которые были выданы Куперу. Ну, потому что, естественно, все номера банкнот были переписаны, чтобы, когда они где-нибудь всплывут в дальнейшем, можно было определить, что человек, который ими расплачивается, это, собственно, Дэн Купер. Или он получил их от Дэна Купера. Вот. И, кстати, эти деньги никогда, нигде не всплывали вот в обороте. Что, с одной стороны, странно, с другой стороны, их можно разменять. Их можно, ну, там, тратить на какую-то мелочевку. Он не зря просил деньги в 20-долларовых банкнотах. Это небольшие банкноты. То есть далеко не каждый магазин или там учреждение будет проверять каждую 20-долларовую банкноту. Поэтому они запросто могли как-то вот проскользнуть незамеченными. Это нереалистично. И всего вот эти вот отец и сын нашли $6000 вот в этой вот пачке. Про личность Купера, естественно, ведутся споры, есть много версий, и одна из первых версий, которая была выдвинута ФБР, это то, что это профессиональный парашютист. Но здесь есть нестыковки. В целом, весь как бы план действий Купера выглядит идеально продуманным. То есть вот от этого попивания бурбона, записки стюардессе, очень грамотному обмену заложниками, где ни у кого нет возможности перехватить Купера, ровно до момента, когда он прыгает. После этого все не продумано, все просто не так. Итак, мы начнем с парашютов. Ему, как я уже говорила, он просил 4 парашюта, он получил 4 парашюта, но когда их собирали, по ошибке выдали 2 тренировочных парашюта. Все, они зашиты, они полностью зашиты, ими невозможно пользоваться. И, соответственно, как вы помните, при обмене, когда он получал вот деньги и парашюты, он их все проверял. Он проверял и парашюты, и деньги, то есть он проверил все 4 парашюта, и как бы они показались его нормальными, он взял их с собой на борт. Более того, один из 2 парашютов, с которыми он прыгнул, был как раз зашитым тренировочным парашютом. Скорее всего, если бы это был профессиональный парашютист, у него хватило бы знаний проверить нормально эти парашюты. И даже если бы он заметил, что 2 из них неправильные и зашитые уже в самолете, он бы взял с собой 2 нормальных. Ну, то есть, вряд ли это парашютист. Более того, как я уже говорила, они летят в грозу. Это очень сильная гроза. Более того, вечер и темно. И поэтому, с одной стороны, да, можно подумать, очень ловкий план. Он прыгает, когда его не видно, и истребители его не видят. Но истребители летят за самолетом. И самолет — это не машина. Вы не можете посмотреть в заднее стекло и увидеть, что за вами кто-то летит. Поэтому Купер мог подозревать, что за ними следят, но он этого точно не знал. Опять же, он не мог предсказать погоду, но, скажем так, и истребители его не видели, и он не видел ни них, ни их, не то, куда он прыгает. И в целом я читала, что, ну, опытные парашютисты не прыгают в грозу, потому что сильный дождь, ветер, у вас будут сложности с тем, чтобы раскрыть парашют. Я не парашютист, я не знаю, я транслирую то, что я прочитала.
не предъявляйте мне за это. Кстати, если вы прыгаете с парашютом и имеете такие знания, пожалуйста, поделитесь с нами, ну, нормальные ли это условия для прыжка. Я читала, что это, ну, вот максимально неблагоприятные условия для прыжка. То есть, в целом, учитывая, как тщательно он все продумывает, он мог, ну, подождать, пока самолет выйдет из этой зоны. После дозаправки они куда-то полетят. В принципе, если ему было настолько принципиально, он мог там еще несколько раз куда-то перелетать, пока не будет нормальной погоды. Но это ответственный прыжок. Я имею в виду, в общем, прыжок в темноте и в ливне выглядит довольно странно. И это еще не все. Изначально он просит пилота, чтобы он летел в Мехико, но они делают пересадку. И он прыгает до пересадки. То есть он, ну, можно было предположить, что, например, у него есть сообщник, он примерно понимает, где он приземлится, сообщник ему поможет. Ну, или в целом хотя бы он понимает, в какой точке, ну, географически, он прыгает. Но он прыгает, опять же, в темноте, и когда они летят в аэропорт, который между вот Сиэтлом и Мехико, они летят в Рино, по-моему, из Неваду, то есть это как бы даже не та конечная точка, которая ему нужна, он просто прыгает, он явно не понимает, где он прыгает, и он не давал пилоту четкого маршрута, которому он должен следовать. Пилот сам выбирал маршрут, соответственно, Купер вообще не понимает, где он выпрыгивает, и он выпрыгивает в темноту и в дождь. Насколько это выглядит как поступок опытного парашютиста? И в целом он прыгает над местностью, вот там, где эта река, там вокруг лес. И он явно не видел деревьев, на которые он сейчас приземлится. То есть каковы его шансы выжить, в принципе, не очень понятно. Кстати, многие считают, что он не выжил. Однако его тело также никогда не было найдено, поэтому... Не знаю. Но, ну, как бы вы понимаете, о чем я. Все, что он делает, не выглядит как поступок опытного парашютиста. А другая версия — это то, что Купер был сотрудником Боинга, потому что на его галстуке при химическом его обследовании было найдено более 100 тысяч частиц, среди которых церий, стронций, титан и сульфид. И это все вещества, которые в начале 70-х использовались в авиапромышленности именно в Боинге. Поэтому есть предположение, что он работал, ну, ну, не просто рабочим, возможно, он был там менеджером, управляющим. То есть он в какой-то момент находился на производстве, и там именно он получил эти частицы на свой галстук. Вот. Но также эти же элементы использовались в химической и металлургической промышленности, поэтому, возможно, он работал на каком-то из этих производств. Вот. Ну да, есть, ну, как бы, ну, есть версия, что он был сотрудником Boeing, и именно поэтому он полетел на самолете Boeing. Так, теперь мы поговорим про подозреваемых. Их было очень много, и большинство из них, честно говоря, немножко притянуто за уши. То есть я прочитала примерно про 15 разных вот персонажей, и только несколько показались мне более или менее реалистичными. Я вам про них расскажу. Их намного больше. То есть если вы хотите почитать, то просто погуглите «Дэн Купер подозреваемый», и у вас будет огромный список. Ну или если вы, как я, на английском об этом читаете, там «Дэн Купер suspects», у вас будет куча людей. Итак, первый подозреваемый — это 33-летний Роберт Лепси. Это менеджер магазина, который пропал без вести за 2 года до угона самолета Купера. И его личность всплыла, потому что его семья его опознала по фотороботу. То есть его дочь, его родные все сказали, что фоторобот полностью соответствует, ну, внешности. Более того, они утверждают, что он носил такой же галстук и такие же ботинки, как и Дэн Купер. Что я понимаю, что это 70-е, то есть это до того, как там появляется, не знаю, H&M или Zara, и многие люди, в принципе, носят одну и ту же одежду. Ну, и опять же, пристегнуть галстук, это, ну, что-то, что... Я думаю, что их можно было купить в разных магазинах. Черный пристегнуть галстук, ну, это не какая-то редкость, мне кажется, поэтому... Ну, это версия, которая есть, которая пользуется популярностью среди некоторых людей, но... Можете сделать свои выводы. Так, второй подозреваемый — это Ричард Флой Маккой. Он вызвал подозрение, потому что буквально через несколько месяцев после вот угона Купером он совершил очень похожий угон самолета. То есть он тоже, говорят, что у него есть бомба, угнал самолет и выпрыгнул с парашютами. И он выжил. Самое удивительное. То есть после того, как я про него прочитала, я подумала, то есть, видимо, это на самом деле реалистично, вы можете выпрыгнуть из самолета с парашютом и выжить, потому что он выжил. Поэтому, ну, как бы, это основная причина, почему он считается подозреваемым. Внешне, мне кажется, он не очень похож на Купера, но, опять же, вот, и пока он отбывал срок в тюрьме вот за кражу того самолета, он сбежал,
Но в дальнейшем он был застрелен полицией при перестрелке, после того, как он сбежал. Вот, поэтому, ну, он также отрицал то, что он Дэн Купер, естественно. Наш третий подозреваемый – это Волтер Река. Это военный парашютист. Опять же, мы говорим про парашюты. И его кандидатуру предложил в своей книге его лучший друг. Карл Лорен. Пишется Лорен, Лорин. Возможно, неправильно читаю его фамилию. L-A-U-R-I-N. Лорен. Вот. Он написал эту книгу уже после смерти Волтера в 2014 году, что, мне кажется, интересный шаг от лучшего друга. Книга состоит из, ну, как бы расшифровки аудиозаписей и разговоров, которые эти двое вели между собой, в которой Волтер регулярно говорил про захват авиасудна, и в том числе он говорил вот, ну, как бы про тот конкретный захват, информацию, которую ФБР в тот момент еще не обнародовала. А впоследствии обнародовала, и Карл сопоставил как бы факты и подумал, что звучит довольно реалистично, возможно, он знал какие-то вещи, которые не знали обычные люди. Вот, и на этом он делает вывод, что, вероятно, его лучший друг как раз и был Дэном Купером. Я, кстати, видела фотографии Волтера Река, ну, вот уже в старости. Опять же, я не вижу сходства с фотороботом, но... Не знаю. Вот большинство подозреваемых, которые есть, их как раз предлагают... Либо родные, либо знакомые из-за того, что они внешне похожи на подозреваемого, вот на фоторобот. Что, я не знаю, одна из женщин сказала, что ее муж на смертном одре сознался в том, что он был Дэном Купером, и она начала про него читать, и как бы это тоже есть такая версия. И опять же, зачем тебе на смертном одре сознаваться в чем-то, чего ты не делал, но... В общем, есть много персонажей, но сейчас я расскажу про того, кто мне кажется наиболее правдоподобным. Этот персонаж был выдвинут совсем недавно, в 2016 году. Я, кстати, читала статью в Rolling Stones про него уже в 2018 году, вот, где как раз тоже рассказывалось про то, почему он может быть подозреваемым. Итак, это Роберт Рекстоу. Рекстоу. Рокстоу. Фамилия пишется через... R-A-C-K-S-T-R-A-W. Рокстроу. Рокстроу. Я буду называть его Рокстроу. Если я неправильно произношу, прошу прощения. Итак, это пилот, ветеран войны во Вьетнаме, также умел прыгать с парашютом, естественно. И изначально он вызвал подозрение, опять же, тем, что он, вот, ну, как бы, в 70-х внешне был похож на фоторобот Купера. И версию про него выдвигают автор... Томас Колберт, и он работал над этой книгой вместе с ветераном Вьетнамской войны, с Риком Шервудом. И вот они выдвинули гипотезу, что Рокстроу — это Купер, и более того, были расшифрованы письма, вот, которые были присланы в американские газеты после этого прыжка, которые были закодированы. То есть Шервуд, который в армии как раз занимался декодированием, он, насколько я понимаю, это была его основная должность, он занимался тем, что он расшифровывал коды в армии. Коды, шифровки. Вот, и он провел довольно много времени, расшифровывая вот эти вот письма, которые приходили в газеты, которые якобы были от Купера. И он утверждает, что комбинация букв и цифр, которая использовалась в этих письмах, использовалась для кодирования в трех армейских формированиях, как бы army units. Только в трех из них использовался такой вот набор в качестве шифрования. И только один человек служил во всех этих трех формированиях. Рекстроу. То есть, ну, тут многое сходится. Кстати, Рекстроу до сих пор жив, и он, что очень интересно, он отказывается как-либо комментировать слухи о том, что он и есть Купер. То есть он их не подтверждает, и он их не опровергает. То есть я читала статью в одном из журналов, и там в конце была приписка, что как бы они связались с Рекстроу, и он отказался опровергать утверждение о том, что он Дэн Купер. А также Шервуд утверждает, что в одном из писем, которые были присланы в американскую газету, вот, которые были зашифрованы, было написано, что Дэн Купер не мое настоящее имя, и на самом деле даже как-то упоминается в имени Рекстроу. Вот, ну то есть как бы все указывает на него. Мне кажется, что эта теория звучит довольно правдоподобно. Не знаю,
в целом все теории, они звучат немножко правдоподобно, но в каких-то вещах они, ну, не очень сходятся. Я не знаю, в общем, для меня это очень загадочное дело и очень интересное, потому что в нем есть все, от шикарно одетого, попивающего бурбон человека до безумного, непродуманного прыжка, до кучи подозреваемых. И главное, что никогда ничего из этого не было найдено. Ни его деньги, ни бомба. Мне кажется, что если бы он на самом деле неудачно приземлился, его тело в какой-то момент было бы найдено. Тем более, что если была найдена одна из пачек денег, то, во-первых, видимо, он приземлился не очень удачно, и часть денег он просыпал и не подобрал. Также, так она была найдена в реке, видимо, он, возможно, приземлился в реку, что... Но, опять же, наверное, это как-то, ну, по крайней мере, он приземлился не на ель, в лесу, то есть, возможно, это наоборот увеличивает его шансы к выживанию. Мне кажется, что что-то еще было бы найдено, если бы он погиб. Не знаю, это одна из тех загадок, в плане которых я вообще не представляю, что произошло, и это делает ее еще более увлекательной. Что вы думаете на этот счет? Кто вам кажется более вероятным подозреваемым? Или вы думаете, что, возможно, он на самом деле погиб? Или есть какие-то подозреваемые, про которых вы читали, которые вам кажутся более правдоподобными? Мне будет интересно узнать. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, то палец вверх. Я буду снимать для вас дальше эти видео. У меня уже запланировано одно видео на следующую неделю. И также есть еще одна история, связанная с авиацией, которая меня очень интригует и про которую я очень хочу рассказать. Их несколько, но одна вот прям, я точно вам скоро сниму про это видео. И да, спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока.